Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, Лига Мастеров, забираем призы. Блин, я опять забыл посмотреть рекламку для откатов. Так, открыть колоду. Сделаем. Так, ну сегодня я хочу попасть в топчик. Надеюсь, у меня получится. Надеюсь, хватит у меня откатов. Ну, если не хватит, наверное, придется покупать. Или как делать. Ну, рекламу однозначно будем смотреть. Пройти серию испытаний. Давай начнем. Именно с серии испытаний хочу пройти наших оригиналов. Ну, кстати, вот это глупо немножко идти с таким количеством ХП. Всякое может быть. Пойти, так сказать, не по плану. И нас могут немножко тут распетрушить. Так что давай начнем, наверное... Секунду, подожди. Да, наверное, с Леонардо все-таки. У Леонардо, не забывай, отложенная смерть есть. Поэтому он не погибнет сразу. По-моему, у него, да? Да, именно у него. Так, пробивной. А остальные, ну, остальные, в принципе, все, ребят. Они не жильцы, в любом случае. Кстати, да, купил Far Cry 6, друзья мои. Так что на втором канале в ближайшие дни будет начато его прохождение. Так что заходите и смотрите. Так, ну что, здесь мы с тобой забираем. Задание выполнено. Сразиться в 10 боях. Выполнить, ну, давай в боях. В боях, естественно, мы с тобой ищем на Донателло Космос. Где он у нас, красавчик наш? Вот он. Нам нужно найти 5 ячеек Крэнгов. Как всегда, не хотят давать. Ты жук. Нет, все-таки одну дал. Хорошо, но нужно еще 4. Так, выпадает нам телескоп. Вот, это уже вторая. Опять выпадает телескоп. Третье. Так, телескоп. Блин, я просто смотрю, как у меня эти заканчиваются. У меня ж слеза скупая течет. Наши телепорты, они очень быстро заканчиваются, ребят. Так, и 7 комиксов. 7 комиксов. Какие? Дьявольские мертвецы? Точно, дьявольские мертвецы. Ничего себе название комиксов. Так, ну что, давай, наверное... Эй-эй. Задание забираем. Так, и вот так. Поднять уровень персонажа. Но это проще простого. Проще простого. Сколько у нас мутагена? 11 тысяч, да? Ну, тогда мы сделаем с тобой следующим. Кейси Джонс. Раз и два. 55 уровень. Круглое число. Как говорится, глаз радует. Забираем остатки роскоши. Ну что, блин, ну 5 откатов. Друзья, ну что это? Так, нам еще с тобой 15 часов ждать до открытия событий. Угу. Так, баксы, энергия, мутаген, предметы. По предметам все кисло. По жетонам, ребята, тоже все кисло. Короче, нету. Ничего пока у нас нету. Можем с тобой сделать следующее. Зайти быстренько сюда. И попробовать вытащить. Кто нам нужен? Рафаэль и Микеланджело. Потому что вчера мы с тобой прокачали Донателло и Лео Видение. Ну что, поехали. 2 доллара. 8 серебряных осколков. Да хорош уже, ну серьезно. Ну, всякую чушь. Пустышки дают, понимаешь? Пустышки мне дают. Я не хочу вот этого, что вы мне тут даете. Дайте мне... Вот, Рафаэль. Вот спасибо большое за Рафаэля. И последний. Блин. Сыр кончился. А, я смотрю сюда, думал это. Все, у меня телепорты, блин, заканчиваются. Ладно, хотя бы вытащили Рафаэля. Ну, уже что-то, ребят, уже что-то. Фух. Так, Лига Мастеров, 2 звездочки, 85 ранг. 5 откатов, но это не беда. А сейчас мы с тобой отыграем в начале наших персонажей всех с помощью супер... Тихо ты, лезет он. Куда ты лезешь, я не понял, а, Бакстер? Ты достал, вот серьезно тебе говорю. Я хочу взять Леонардо. Все, и с Леонардо пойдут у нас вот кто? Вот эти вот хлопчики. Все, поехали. Ну, ты понимаешь, да, что сейчас будет победа за нами. Добираемся с тобой до Лиги Мастеров 3 звезды. Там получаем 10 откатов за рекламу. И, в принципе, я думаю, что нам должно хватить сегодня попасть в топчик. В тот раз не хватило, потому что у нас закончились персонажи. Да нет, не персонажи у нас закончились. У нас откаты вроде закончились, да?
Я просто не решил покупать, там что-то тратится. Мы с тобой просто на том и остановились. Но сейчас немножко другая ситуация. 85-я становится 68-я. Неплохо, очень неплохо. Берем вот этих орлов. Давай я возьму Армагошу и Усаги. Они вдвоем тоже здесь расклепают, в принципе, любого. Там 79-й, 78-й ранг нам по барабану. Эти ребята знают свой боевой долг. Как говорится, честь. Усаги так вообще ронин. Он знает всю суть чести. Это у нас Армагон, наемник. Грубая сила. Лишь бы шарахнуть, звездануть, укусить, замять, прибить. А Усаги нет, ребята. У него все четко, все по графику. Так, ну что, посмотрим, куда мы с тобой. Давай 54-ю позицию и 50-е. Шикарно. Двигаемся дальше. 17-24. То, что нужно, придется уже, ребята, брать на откатке. Блин, а если, например, не буду? Возьмем вот так. Не буду я откатывать, сейчас, например, какого-то либо персонажа, тратить на него откат. Попробуем своими силами. Пока тут полуимбовые персонажи есть, почему бы этим не воспользоваться? Потом в любом случае, конечно же, придется тратиться. Так, поехали. Пибич. Постепеночка висит. Майки отдуплился. И эти все ребята тоже. Давай волной. Тыч. Готовы. Четенько, конечно. Лучше и быть не может. Поэтому побежали с тобой далее. Так, позицию мы с тобой занимаем. Наверное, 35-я будет. 34-я. Ну, немножко. Немножечко не угадал. Ну и чё. Так, 4 отката. Нет уж, давай 17-24. Хорош, выпендриваться. Ну, хорош игру, выпендриваться. Давай мне 17-24, все. Ты жук. Дает, дает. Все-таки я же думал, не шишарики. Ну, все у нас превосходно. Ребята, 80-ники идут у нас с супершреддером. Плюс тут зэк во главе, который будет, естественно, первый ходить. Его инициативу переплюнет только Майк. И дальше супершреддер. Постепенку повесит, будет хорошо. В плане. На двух постепенки не висит. Поэтому давай делать так. Хлоп. И здесь проникающий. Тыч. Ага, рог, кстати, тоже может не упасть. Но сделаем вот таким вот кардинальным способом. Эй. Конечно же. Постепенно урон, ребята, отдупляется. Так, ну что, продвигаемся с тобой дальше. Кстати, на втором канале сегодня вышла заключительная серия по игре Unmetal. Так, ну что у нас тут? 17. Вот, 17-24. Три отката. Беру опять же шреддеры. Раз, два. Блин, вот тут опасно. Вот тут опасно. И жутко интересно. Опасно и жутко интересно, смогу ли я здесь все-таки победить или нет. Майки, если мы с тобой Майки фильмы сейчас не уничтожим, он захиляет команду, поверь мне. Поэтому в наших интересах, чтобы он как можно быстрее упал. И удивительно, что он держит свои нунчаки, да, а цепочка не висит. Она вот так вот, знаешь, как будто, как палочка просто торчит. Хотя на самом деле она должна... Еее, слушай, ну шикарно, шикарно. Так, в кого бомбит? По сплинтеру, Раф, успокойся, только ты не дергайся. Нам надо его, наверное. Сплинтер, мсти. Шикарно, молодец, красавчик, сплинтер, не подвел. Давай запах изо рта. Хлоп, и Рафаэль отдуплился. Слушай, не хватит нам, скорее всего, с тобой откатов-то. Вот что я тебе хочу сказать. Даже те, что 10 штук мы получим, не вытяну я, к сожалению. По 2 отката, 5 боев, неа. Не выйдет ни шишарики. В плане, даже здесь, ребята, не получилось. Всего лишь на третью позицию мы с тобой упали. Вот так вот. Так-так-так, это, конечно, не есть гуд. Раз, два, три, четыре. Большой риск. Но я все-таки хочу, ребят. Я хочу именно большой риск. Тут все, опять же, зависит от супершедера. Если повесит сейчас постепенный урон, они будут падать. Если же нет, будем падать мы. Хорошо, но здесь есть... Ага, во, давай крайка. Вот это я понимаю. Теперь, если мы сюда пробьем, Эйприл упадет в любом случае. Как ни крути, она шлепнется. Они оба шлепнулись, все, отлично.
Ну, конечно, Супер Шреддер тут рулит, ребята, этими ситуациями. Просто, знаешь, как жонглер. И мы с тобой в Лигу Мастеров 3 звезды. Переходим в 92-й ранг. 92-й. Так, 17-24. Откат у меня последний. И вот что делать будем? Ну, я возьму Шреддера, а 66-й, ну, это уже, ребят, перебор. Поэтому я пошел тогда смотреть... Да, пойду смотреть рекламу за откаты. Ну, это не получится у меня своими силенками здесь справиться. Твою налево энергия, конечно же. Ну что, друзья, продолжаем. 10 откатов у меня есть. Буквально, если тратить... По 2, это получается на 5 поединков. Маловато, наверное, скорее всего, придется нам докупать. Хотя мне хотелось бы денежку приберечь на телепорты. Если честно, телепорты нам, наверное, нужнее. Это-то у нас никуда с тобой не денется, арена. Это я тебе 100% говорю, что мы до конца недели с тобой в Лиге Мастеров. А вот телепортов, если у нас не будет, то мы с тобой хорошенько встрянем. Поверь мне. Так, ну что, поехали. Супер Шреддер сжигает. Ну и Армагоша, конечно же, добивает. Вот такая у них тут бравая команда. Блин, все-таки, ребята, жду игры, выхода в стиме, когда у нас это месть Шреддера. Очень хочу, ребят. Блин, прям вот не терпится. Мне нравится там еще графика такая пиксельная. А вы знаете прекрасно, что пиксельная графика, я вообще от нее тащусь. Наверное, это... Такие отзывы прошлого, когда еще в свое время была Дэнди. Какие были первые эмоции, ребята, когда появилась Дэнди, когда-то я ее увидел, Дэнди. А потом, когда Сегу увидел 16-битку, как там черепашки-ниндзя, помните, да? Как она там называлась? Манхэттен, что-то там такое. Блин, как мы там зажигали. Блин, и в то время это считался просто культ. Культ игровой. Вообще там было много игр. Вот если честно, меня Sony PlayStation первая часть, когда первая приставка, когда вышла, она меня не так цепанула, как в свое время Sony PlayStation. И у меня еще в свое время, знаешь, что было? Приставка, как же она там называлась? Sony, не Sony, а Dreamcast. Наверное, многие из вас и не знают такой приставочки. Тоже там офигенные были игры. Я помню, в первый раз увидел там игру про эволюцию, когда ты начинаешь с какой-то там бактерии и потихоньку-потихоньку начинаешь развиваться. Типа она похожа чем-то на современную игру на компьютере «Споры». Вот что-то типа того. Блин, как я там пищал. Да, есть что вспомнить. Игровая индустрия, блин, сколько себя помню, она меня всегда преследовала. Всегда у меня были какие-то приставки, консоли, там, начиная с вот этих со всяких карманных геймбоев и заканчивая... Единственное, что я еще не приобрел, это Nintendo Switch. Но собираюсь, мне кажется, надо ее взять, ребят. Надо взять, и на ней очень прикольные игрухи, но я хочу подождать вот эту вот новую версию с экраном OLED. Хотя, говорят, уже будет серия Pro в скором времени. То есть штампуют моментально, ребят, только, как говорится, отстегивая бабосики. Вот. Ну, я не знаю. Вот как ты вот напиши в комментариях, как ты относишься к консольным играм? Типа вот Nintendo Switch. Ну, про плойку я, конечно же, молчу. Кстати, скоро же выходит у нас Ragnarok, да? God of War. Если она будет, ребята, на четвертой плойке, то мы обязательно начнем ее прохождение. Если же на пятой, то, к сожалению, не получится, потому что пятую плойку я не могу никак купить. Просто нет, ребята, возможности. Не в плане финансов, а в плане того, что ее не могу заказать. Один раз там получилось заказать, но почему-то потом отменили все эти заказы. Не знаю, с чем это все было связано. Так что, а переплачивать втридорога, как бы я, ну, не хочу, на самом деле. Там, если она стоит там 60 или 50 тысяч, то по 70-80 тысяч брать ее, ну, я считаю, что это глупо. Так что ждем, хотя написано было в новостях, что даже в 2022 году не ждите офигенного ажиотажа, именно то, что они появятся там в продаже. Не знаю, зачем так надо было делать, да? Выпускать новую приставку с ограниченными возможностями, не возможностями, с ограниченным количеством. Ну и что, что у вас там проблемы с чипами? А нафига вы тогда начинали вот это вот делать? Тогда бы подержали бы года 2-3 еще бы. Подработали, я не знаю, или у вас, как говорится, конкуренция с Nintendo, да? Естественно, ребята, Sony и Nintendo — это
Две компании, которые вот борются, борются за, именно за игровую индустрию. И я тебе скажу, что и та, что у Sony, что у Nintendo есть свои плюсы, есть свои минусы. Я, например, как бы тебе скажу, вот на Nintendo, я не хочу, конечно, никого обидеть из фанатов тех или иных приставок, но лично для меня вот Nintendo, она как бы действительно игровая консоль, в плане того, что в ней могут играть дети. Очень много таких там интересных игр для подростков, для детей, для малышей. На Sony PlayStation более такие серьезные игры, ну, не менее увлекательные, понимаешь, с таким серьезным глубоким смыслом. И, естественно, графическое исполнение тут уж не поспоришь. И у каждой приставки, конечно же, есть свои эти, не релизы, а как они называются-то, эксклюзивы. Например, мне Gears of War очень нравится на Nintendo, да, на консолях Xbox-овских. Но, например, та же самая Last of Us, да, которая только на Соньке. А плюс сейчас еще выйдут новинки. Я там посмотрел на плойку пятую, какие-то выходят игру. У меня аж слюна потекла, блин, у меня такая добрая зависть в душе. Ну, а что я могу сделать? Ничего. Просто смотреть и любоваться картинками и тизерами этих игр. Там же Спайдермен выходит, вторая часть Морализа. Блин, а первую часть я же прошел. Ну, как бы первую часть. Ну, первый акт, можно так сказать его. А они скоро второй залепят. По красоте, конечно же. Ну, надеюсь, как-нибудь изменится в скором времени ситуация. Хотелось бы мне в это верить. Так, ребята, пока тут разговаривал, небольшую ошибочку совершил, потому что взял персонажей. Мне такой... Ай-яй-яй, сейчас, по-моему, влетим с тобой мы тут в копеечку. Супер Шреддер. Ай-яй-яй, сейчас кому-то влетит. Сейчас кому-то прилетит, кого-то уронит. Он уронит. Да, он уронит. Если бы Шархан бы сходил бы, успел бы, то, скорее всего, паук выжил бы. Но, видишь, он его захватал. Он сделал, причем, еще супер ударом своим. Но это уже, ребят, из последних сил, как говорится. Что я мог себе позволить, то я и сделал. Собрал команду, но в топчик не попадем. Четвертое, нет, можно, конечно, купить откаты, но зачем, ребят? Незачем. Потерпим, потерпим с вами. Так, что у нас? 235 осколок. А что я вообще могу сейчас сделать еще? По-моему, ничегошеньки. Чисто занялись аренкой. Чисто немножечко пофармили, да? Приключения. Ну да, здесь больше пока ничего. Ну, как обычно, ребята, серия ареновская. Многого от нее не ожидать и не стоило. Так, подожди, улучшение. Ага, улучшение. Нет, Рафаэль, подожди, а у нас есть у кого-нибудь... До 7 ступени у кого нет. У Леонардо, кстати, это у единственного, у кого прокачана вертушка до 7 ступени. Вот что Армагону не хватает. Видишь, сколько нужно этих значков. Это же офигеть, ребят. Ну-ка. Блин, ну вот ракеты прокачивать, это, мне кажется, вообще не айс. Так же, как это прокачивать яйцо, предположим. Это дикость, согласись. Вот здесь можно было бы базуку прокачать. Но опять же, видишь, вот именно эти вот значки дефицитные. Очень тяжело их набивать. Ну что, друзья мои, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам. Черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, юные таланты, чувак! Поприветствуем юных зеленых ребят. По ночам спасает всех, сами почти не спят. Очень крутые, их дом далеко под землей. Не унывая, поедают пиццу горой. Ничто не остановит этих чуваков. Ведь уровень мастерства довольно неплох. Они скрывались в тени, но время сделать ход. Герои лавры, злодеев расход. Леонардо, лидер в синем он. Его кредо по жизни ниндзя закон. Донателло обожает изучать машины. С Рафаэлем никогда не будет грустной мины. Микеланджело просто неповторим. На любой вечеринке он номер один. Мастер Сплинтер, конечно, научит всему эту безбашенную черепашью команду. Черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, юные таланты.